Всех приветствую. Это будет такое коротенькое видео практически ни о чем. Дело в том, что смотрю я несколько каналов на компьютерную тематику, в том числе с новыми сборками на новом железе. Ну и вот в последнее время заметил, стало модно ставить в компьютеры такую геймерскую игровую оперативную память. Ну и вот память с радиаторами, типа как она должна лучше разгоняться, держать более высокие частоты. Хотя сами сборщики часто сами признают, что это на самом деле скорее маркетинговый ход. Да, конечно, декоративную функцию радиатор выполняет, память с ним выглядит красивее, но греется она не настолько сильно, чтобы ее надо было как-то там дополнительно охлаждать. То есть все эти радиаторы, они по своему прямому назначению практически бесполезны. Но тем не менее, предположу, что если человек видит оперативную память первый раз и видит с радиатором и без радиатора, то он, наверное, предположит, что память с радиатором она типа лучше, мощнее, быстрее, ну и все в таком духе. Ну а я вот разбирался в своих запасах старого железа и нашел вот такую вот планку интересную. Интересна она тем, что это DDR1, то есть довольно старая штука. Это планка на 1 гигабайт, по тем временам достаточно серьезный объем, надо сказать. Ну и как видите, она с радиатором, что для того времени достаточно большая редкость. Тогда мало кто занимался разгоном и прочими вот этими вещами. Но тем не менее, вот мы смотрим на эту память, она с радиатором, мы как-то подсознательно делаем вывод, что, наверное, эта память какая-то быстрая, крутая, ну как минимум неплохие частоты должна держать для того времени. А давайте теперь посмотрим. Переворачиваю планку, и здесь мы видим ее характеристики. Действительно, 1 гигабайт, DDR-266. 266 это и есть частота. И те люди, которые разбираются вот в таком старом железе, те знают прекрасно, что 266 МГц, ну, по меркам первого DDR, это практически ни о чем. Это почти самая медленная память, которую только можно было найти. Для сравнения, у меня есть еще вот две планки. Давайте посмотрим вот эту. Как мы видим, это тоже планка на 1 гигабайт, но при этом DDR-400. Вот как раз нормальные планки это были на 333 МГц и на 400 МГц. Больше, по-моему, не было первого DDR, насколько я знаю. И как видим, данная планка прекрасно работает без всяких радиаторов. Но раз она дожила до наших дней, значит она не перегревалась и вообще все с ней хорошо. Ну и аналогично вот еще одна планка. Тоже 1 гигабайт и тоже DDR-400. Так что, имеет ли такой радиатор хоть какой-то смысл? Ну, лично для меня это большой вопрос. Можете писать об этом в комментариях, что вы думаете. Но я думаю, что это просто маркетинговый ход. Выглядит красиво, но не более того.